Второй фрагмент, 27-я серия сериала «Зимородок». Сейран, разочаровавшись в Ферите, принимает решение уйти из особняка, потому что Ферит и так перешел уже все границы. Халис Ага узнает, что она покинула особняк, и позвонит узнать у Сейран, какова причина ее ухода. Сейран скажет, его внук осмелился поднять на нее руку, и теперь никакая сила не заставит ее вернуться в этот особняк. Халис будет очень огорчен услышать подобное и потребует ответа у Казыма. Пелин придет выразить Ифакат свое искреннее уважение в поддержке их плана с мамой Зерин. На этот раз у Ферита дурное предчувствие, и он об этом расскажет Сейран, что она делает непоправимые ошибки. Но Сейран уверена в своих решениях. Госпожа Зерин пойдет на встречу с Казымом, чтобы объяснить, что развод Сейран и Ферита будет выгоден для их семьи, ведь она может дать им то, что их по праву. Казым задумается над этим заманчивым предложением. Ифакат решит продолжать давление, но только на Ферита, что пока многие мечтают, чтобы стать невесткой Карханов. У Сейран даже нет благодарности в ответ за все, что ей предоставила их семья. Ферит будет в плохом состоянии и скажет, что только он считал, что все наладилось у них. Так опять Сейран ушла от него. Абедин скажет Фериту, что он в отличие от него полюбил и повел себя как мужчина, чем вызовет гнев Ферита. Казым решит поинтересоваться у дочери, окончательное ли решение Сейран касаемо развода с Феритом, и она ответит, что да. И Казым принимает решение дать согласие на развод, чем сильно удивит Сейран. Ситуация в двух семьях накаляется до предела. Неужели Сейран и Ферит разведутся? Увидим в 27-й серии сериала «Зимородок», которая выйдет 7 апреля в 20 часов ровно на телеканале Star TV. На этом у нас все. Подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч!